Джошуа, я понимаю, что бокс – это 12 раундов 3 апреля 2018 года, 0 часов 30 минут, бокс, ММА, профессионалы, чемпион мира, по версиям WBA, Super IBO, WBO и IBF, Энтони Джошуа подчеркнул, что он всегда готов к тому, чтобы поединок длился 12 раундов. В бою с Джозефом Паркером впервые в профессиональной карьере Джошуа поединок продлился все отведенное время, бокс – это бой в течение 12 раундов. Если бы я каждый раз ждал нокаута, то не тренировался бы по от 15 до 17 раундов, так что я понимаю, что бокс – это 12 раундов. Большинство боев длится 12 раундов, хотя мы готовы к исключениям. Перед боем я всегда молюсь за здоровье соперника и хочу, чтобы он покинул ринг целым. Я общался с мамой Паркера и сказал ей, похлопайте сына по плечу и подбодрите, он молодец и обязательно будет биться в реванше, рассказал Джошуа. Источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарии 03 апреля 2018 года, 2 апреля 2018 года, 1 апреля 2018 года.